Мы, наверное, открываем новую страницу в наших отношениях. И эта страница чистая, с белого листа. Там нет ничего положительного, потому что это первые шаги. Но, к счастью, нет ничего плохого. Поэтому мы полны решимости выстроить наши отношения так, чтобы это стало образцом для других. Я хочу поблагодарить вас, господин Дзин, за ваше намерение работать с Беларусью и инвестировать в средства Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в нашу инфраструктуру. Вы знаете, что Беларусь – это центр Европы, это транзитная страна, и для нас весьма важны развитые инфраструктурные направления, прежде всего дорожная сеть и так далее. В связи с этим вы прекрасно понимаете, что для связи между Азиатско-Тихоокеанским регионом, прежде всего Китайской Народной Республикой, и в Западной Европе Беларусь становится весьма привлекательным центром, и определенные наработки уже у нас есть и по автомобильному, и по железнодорожному транспорту в плане торговых сообщений. Поэтому это также должно усиливать ваш интерес к Беларуси. Я знаю, что вы также имеете намерение, и мы это поддерживаем, вложиться в инфраструктуру Великого Камня, нашего белорусско-китайского индустриального парка. Я также знаю, что вы серьезно занимаетесь вопросами городского хозяйства, энергетикой. Все это в Беларуси востребовано. И мы будем предлагать вам проекты. Если вы сочтете нужным участвовать в этих проектах, мы вам будем благодарны. Тем более, что условия, которые Азиатский банк, ваш банк предлагает, не хуже условий других международных банков. У нас, господин Цзин, очень много средств в последнее время и европейских, и Всемирного банка, и наших средств вложено в развитие дорожной сети в Беларуси. И у нас осталось две дороги, которые остались еще недостроенными, не профинансированными в том числе. Дорога на север до Полоцка и дорога, которую мы планируем по югу, чтобы перехватить южное направление с Российской Федерации идущее, это Гомель-Брест. Вот две такие дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время. Я знаю, что в направлении Полоцка дорогу вы готовы поддержать, мы готовы вести переговоры об условиях кредитования этой дороги. Ну, а по второй дороге, если будет интерес, мы также готовы поговорить и выбрать лучший вариант, который нам предлагают ряд банков. Ну, а также, как я сказал, вопросы энергетики, вопросы водоотведения, в смысле канализации, водопровод, возможно, реновации зданий для жилья наших граждан. В общем, проблем много, которые нужно решать, но если не сегодня, то завтра обязательно. Если вы нас в этом поддержите, мы будем благодарны вам и готовы в этом направлении сотрудничать.